Коля? Пропусти! Пропусти! Спасибо. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Вышла DLC-шечка Resident Evil Деревня, Village. Вот, мы с тобой в нее поиграем. Мы проходили с тобой обычную версию, полную. Мы ее с тобой проходили до конца. На удивление, многим из вас понравилось. Я был этому очень рад, потому что игрушка мне очень зашла. И, собственно, многие начали просить продолжение DLC. Не знаю, насколько она зайдет на канале или нет, но давай допройдем, давай поиграем. Значит, на чем в прошлую серию мы остановились? Точнее, в прошлой части. Мы с тобой были плесень. Мы с тобой были грибом, мы дрались с матерью Мирандой, которой мы нападали, но в результате стали грибом, разложились, вот, но у нас есть дочь, Роза, вот, и Розу использовали для того, чтобы из нее сделать сверхчеловека Эвелину, вот, Эвелина это типа совсем-совсем пиздос сверхчеловек, вообще сверхженщина, она все что угодно может, и вот Роза, как бы теперь мы за нее играть будем, видимо. Это новая DLC, вроде бы не особо длинная. Дополнительно, что такое? Папина куртка. Моя дочь это папина куртка. Или Стрит Вульф. Короче, у меня дочь может переодеваться, но пусть в папину куртку ходит, дед доест, так что все хорошо. Рекомендуем играть после завершения основного сюжета. Мы с тобой его прошли. Значит, в прошлой серии мы играли за Итана, чтобы не перетруждаться для обычных, но обычно. Я обычный парень, на обычный поиграю. Мы играли с тобой за Итана. Итан у нас это вообще герой. Пришел в деревню, убил местных, убил Мию и дочь спас. Вот. Привет. Здорово. Прости, что опоздала. Ничего, я вот пёс. На солнце греюсь. Ты хотел сказать мне, что пёс греется на солнце. Блин, я так выгляжу страшно. Я реально крипово выгляжу. Я уже 100 раз сказала ему, чтоб он отстал. Серьезно, Крис, отвали. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничьих псов. Нет, спасибо. Речь не об этом. Вообще... Речь о тебе. Угу. Да? Не удивлен. Я волнуюсь за тебя. Как дела в школе? Нормально. Серьезно? Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают? В смысле, считают меня чудовищем? Эй, хватит. Послушай. Это, собственно, из-за того, что чудовищ. Пытались меня в Эвелину превратить. Эвелина — чудовище. Чудовище. Сочувствую всем Эвелинам. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... А как они считают? Чудовищем, если не знают? То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? А нахера? Какое-то кошмарное существо? А ты не думал о чем-то нормальном поговорить, нет? Так лучше. Если нет друзей, то я их не убью. Ясно. Ты бы избавилась от способностей, будь у тебя такой шанс. Нет. Нет. Способности — это круто, а зачем? Я бы не думала ни секунды. Ладно. Что ж, ладно. Тогда я кое-что покажу тебе. Кстати, какие у меня способности, я не знаю. Если честно, я вспоминал, я не видел. О том, что Миранда помешалась на мутамицели и мутамицели — это грибы. Ее батя стал грибом. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл. Опа. Удаляющий мутамицели из тела. Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или... вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет, нет, но это лишь часть ее записей. Ага. Однако, кажется... То есть мы с тобой сможем избавиться от гриба внутри нас и использовать способности. Круто. Перестать. Давай искать, где они? В деревне. Здесь. А, нет. Йоу. Что? Выглядит не очень это хорошо. Это часть мегамицели. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним, включая Миранду и... Все, что она знает. Мы в прошлой серии убили ее и уничтожили гранулованный вот такой вот гриб. Кристалла. Стой, в смысле, войди в его сознание. Ну, в общем, ты связана с ним. Это позволит тебе... По-моему, он меня обманывает, если честно. Он пытается заставить это меня безумие. Войти в связь с этим так грибом. Не может быть. Да, 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 Роза, но... Это не опасно. Конечно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Это ведь не опасно. Думаешь, это сработает? Я предлагаю не думаю. Попробовать. Он пес не просто будет. Так. Во всем, кроме верности. Что я должна сделать? Ты... Блин, я...
Я не знаю. Может, настроиться на него? Настроиться? Блять, радио, по-твоему, что ли? Ну, ладно. Ладно. Попробую. Настройся на грипп. У меня наркоманов друзей нет, но я думаю, они шарят за такое. О, реально работает. Я прям уверен, что это плохая идея. Вот если ты спросишь меня, я тебе бездумней скажу. В батиной куртке прям в воду. Это прямо очень странное, скажи ведь. Ага. Ей будто постоянно что-то мерещится. Крипово. Не подходи к нам, да. Чудовище. Кинь, как ему вообще с ней дружить. У нее нормально. На руке что-то шевелится. Ее булят грибы. Заткнитесь. Откуда гриб знает о том, что о ней говорят? Не, ну нормально, в принципе. Прям как в школу вернулся, все классика. Откуда они вообще знают о том, что она не... А, ну да, потому что у нее там что-то в руке движется, наверное. Они же говорили, что-то в руке движется, она постоянно втыкает. Я еще здесь? Да походу нет. Пес. Пса нет. Пес? Да нету пса. Все. Ты где? Да пёс! Нету его тут. Ты в грибе. Стоп. Мне что это напоминает этот Dark. Dark что-то, я забыл игру. Типа Alan Wake, но не Alan Wake. Найдите очищающий кристалл. Хорош. Изучить. Судя по исследованиям Миранды, мегабицелли сохраняет воспоминания людей, умерших в области его действия. То есть, если ты помер, он тебя всосал. Кроме того, по опыту прошлых контактов с плесенью, нам известно, что зараженные объединены в плесневую сеть. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что люди с сильной взаимосвязью могут контактировать с воспоминаниями умерших. К сожалению, проблематично все понять. Правила запрещают нам прямой контакт с людьми, заряженными мицелием. Но да, ужасно, потому что мы могли бы получить важную информацию. Короче, я так понимаю, этот дядя, пес, псина, собака, хочет использовать нас с тобой для того, чтобы... Стоп. В грибе разбираться и делать исследования на нем. Ну, вообще, гриб на самом деле полезный такой. Прикинь, помер рядом с грибом какой-нибудь, я не знаю, Эйнштейн. Он херакса всосал его воспоминания. И все, у тебя есть Эйнштейн в банке. Ты можешь при помощи грибов общаться с ним. С его воспоминаниями. Это может быть полезно. Я думаю, мы сейчас с тобой в деревню вернемся. Вот, ты меня не спрашивай, хлебом не корми. Мы с тобой по-любому сейчас туда придем. Не хочешь взять ничего? Почему, бляха, во всех хоррорах никто ничего не берет? Никакого оружия. Я могу умереть? Так, подожди, я могу пойти туда, я пойду сюда. О! И надо действовать быстро, иначе я буду следующий. Я должна добыть этот кристалл. Интересно, кто это написал? Вот он, унитаз. Судя по всему, это мои воспоминания. Или воспоминания кого-то, кто здесь был раньше. Чьи-то тапки, неспроста, кого-то здесь раздели. Блин, мышка очень плохо работает, сенсивити плохая. Что-то я слышу, бляха, мне прям нравится. Мне очень нравится атмосфера в этой игре. Я знаю, кому-то она не понравилась. Я читал отзывы. Какая гадость. Что это? Ёб твою мать, нефть прорвало. Американцы сейчас приедут. Ха-ха-ха, смешно, пиздос. Классные шутки, вообще жесть. Двери закрыли? А я там... Выпусти меня. Ок. Тут кто-то есть? Тут кто-то есть? Здесь опасно. Это Эвелина, что? Наверное. Почему? Ты не видела черную жижу, бляха, которая держись. Лезет? Я попробую поискать ключ. Да, точно, отличная идея. А может быть, ее не просто так закрыли? Ты не думала о такой идее? Не приходило тебе, Розочка, такое в голову? Розочка, сейчас тебя... Она съест, я не знаю, проткнет, убьет. Оружия у меня нету, если что. Будет когда, я тебе скажу. Даже палку взять не хочу. Я надеюсь, с записью все хорошо. Я надеюсь, ничего не лагает, но вроде бы все нормально. Потому что я все же снимаю на ноутбуке. Ноутбук не совсем подходит. Выпьем пивка для рывка. Нет. Блин, кайф. Кайф, 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 кайф. Мне очень нравится. Что это, бляха, там такое? А, это эти. Штыки, штыри. Так я... Ёпанирють. Роза. Это... Мое имя. Чё ты такая ЧСВ? Может, там просто про розу что-то пишут? Розовое вино хотят. Чё это? Что?
хорош. Забыл, не двигайся. Так, ну тут у нас, видимо, отсыхают, собственно, деды. Хорошо. Рано или поздно нам с тобой дадут оружие, мы сможем с тобой навести здесь порядок свой. Чтобы создать предмет искусства, достаточно украсить труп зайчонка. Разложение не помешает. Можно использовать грим, он добавляет жизни. Круто. Я видел это сейчас. Это Харарту решили устроить. Так, а вот почему мы не берем оружие с тобой, Розочка? Ты, может быть, мне подскажешь? Ну, хотя бы. Намекнешь? Ключ от камеры. Здесь. Ай, ну ты смотри, куда наступаешь-то. Ты серьезно не чувствуешь? Ты что, я не понимаю, в сельском сортире родилась, что не привыкла? Ёп, дерьмодемон. А? Это что еще за хрень? Это все? Это твоя единственная реакция? На тебя только что чуть не напал сельский туалет. Почему ты на это так спокойно реагируешь? Так, ладно. Кайф. Хорошо, что мы не наступили еще шаг вперед. Так, а подожди, ключ у меня от девочки, наверное. Так. Ага. Ага, я понял. Гадость. Да что ты говоришь, правда что ли? Что это было? Там на фоне кто-то дышит, ты слышал? Ой, как приятно. Ой-ой-ой. Девочка, я пришла тебя выпускать, потому что у меня минус 100 интеллекта, я не очень умная. Теперь открыто. Ну пиздос. А все, девочка уже смылась, да? Она что-то мне нарисовала зато. Что это? Я бы не нагибался в таких местах. Ну вот, я ж тебе говорил, к девочкам подходить опасно! Кто-нибудь! Кто-нибудь? Серьезно, кто-нибудь тут есть? Мия, ты? Ой, Евелина, ты? Спасибо, спасибо. Я чуть не... Да, да, это Евелина. Это та самая. Просто как... Я... Йо, интересно. Только почище выглядишь. Я Роза. Что ты? Звездишь, я Роза. Надо уходить. Стоп, это, наверное, мои воспоминания. Видишь, там написано имя Роза в кавычках. Здесь слишком опасно. Мне нравится. Моя главная героиня, ей вообще на все наплевать. Ну, типа, вокруг стены на тебя нападают. Все облезает, все течет. Стой! Все хуже, чем общага, когда угодно, у кого угодно, но при этом. Меня беспокоит просто девочка. Ну хотя, в принципе, если бы я увидел себя где-то там, я бы тоже, наверное, заинтересовался этим событием. Так, подожди, а там же некуда идти, я ж проверял. А-а-а. Помочь? Че, слабая? Давай помогу. Помоги поднять. Пытаюсь. Слушай, она реально зомби какая-то, она выглядит нереальной. Она не настоящая, она такая... Помоги поднять. Найс. Давай, Роза, не тормози, ложись. Стой, за ней. Куда ты идешь? Да, блин, куда-нибудь идет, наверное. Тебя не волнует, что на тебя нападает черная бэма какая-то из стены, нет? Куда ты идешь? Ладно, потом с ней поговоришь. Давай мы просто пока за ней потелепаем, и все. Наверное, она знает, идет уверенно. Раз идет уверенно, значит, наверное, у нее есть понимание. И здесь, кстати, нету жижи. Что такое? Да не ссы. Здорово. Ну, ей не повезло, мы не она. Ясно, это мои воспоминания, видимо. Возможно, меня все больше и больше поглощает грипп. Их тут много. И все выглядят как я. Помочь? Ты знаешь, что тут происходит? Ты знаешь? Она не знает. Эй, ты меня слышишь? Нет. Слышь ты. Так, у меня нет ничего. У рубильника нет ручки. У рубильника нет ручки? Блин, да. Молодец. Я именно это и сказал.
Ну, рубильник, наверное, тут. Нужно скорее найти ручку. Ищи глубже. А как пригнуться? Я могу пригнуться. Я тебе говорю, это все мои воспоминания. Это все мои другие личности, которые оказываются захвачены из-за грибов, которые во мне. Заперто с другой стороны. Я так понимаю, пока у меня нет оружия, вряд ли на меня что-то нападет. Хотя, я видел, как только что в эту жижу там сбежал кто-то в темноте. Видел? В предыдущей комнате, где мы нашли ключ. Откуда на меня напасть пыталась какая-то ебака. Девчонки, не встаем. Тут столько трупов. Ну да, немало. Ну и еще, нормально. Мы найдем пистолет, мы еще больше их сделаем. Ёб твою мать, некрасивая я. Неужели ее? О боже. Скисло. О, ручка от рубильника. А чё ты здесь стояла, вот подскажи мне, пожалуйста. Дверь держала? Бляха, я такая тупая здесь, реально. Вот если я одна, я умная. А все остальные дебилы. То есть мои другие копии, они просто стоят... Стоят на месте и умирают. Это все, что они делают. Там жрет кто-то. А это тоже я, нет? Ну ты давай сделай что-нибудь, тебе едят твою подругу. Ну вот. Ее счастье высосали. Так, подожди, то есть все они умирают. Вот, смотри, она некрасивая, все, теперь она ей не помогает. Она же просит помощи, почему не поможешь? Я так понимаю, что это монстря, которая именно олицетворение грибов в главной героине. И она постоянно из-за этого, возможно, сходит с ума. Это в ней, внутри нее все вот это. Да бей его! Еще помацай его, он умрет. Понятно, shift бежать, херово. Оп, стоп, подожди, сейчас я ручку от рубильника вставлю и тогда продолжим. Нормально? Поехали. Ок. Вот сюда. Давай быстрее! Тихо, 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 ребята, держим расстояние, держим расстояние. Ебэ, он высасывает у нее добро. Не трожь меня! Не трожь меня! Да руками ты его шарахни! Пошел вот. Ебать волосатая. Оп! Давай, 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 побежал! Вот именно, ну нет. Опа, добрый вечер. Как удобно, что вы раньше на меня не нападали, реально, ребят. Вот это было бы неудобно, если бы на меня напали до того, как я что-то понимал. А, где что-то нажать? Что? Это тупик. Покажи опять свои фокусы цыганские. Я тебе говорю, сейчас на них кастану что-нибудь, они все пропадут. А нет, возможно, это скрытая дверь будет. Нет! Отвалите! Ну, ну, ну. Фига, Dark Souls! Что за хрень? Нормальная иллюзорная дверь, там подсказка внизу была, мы просто не прочли. Ай! Бляха, да идите вон, сволочи, руки! Так, 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 еще, сюда, оп, нормально. Ебай, Гарри Поттер. Спокойно, спокойно, Розочка, спокойно, я тебя разрулю. Сюда пошли. Чё-то какая-то магия пошла везде. Не уверен, что мне нравится супер магия здесь, но... Так, а куда здесь? Ага, понял. Они идут за мной? Не, походу не идут. Оп. Ой, сейчас будет, ой, сейчас вылезет что-то. Мне нравится, что с самого начала пошла движуха. Спокойно, Розочка, ты в моих руках, так что все хорошо, ты сдохнешь. Прикинь, тянка из комода вылезла. Вот это круто, да? Нормально. То есть рядом сидит табуретка, а ты решила на полу посидеть. Простынешь. Ты в порядке? Ковер спрашивает. Кто? Кто ты вообще? Я не враг. Ну... Ладно. Да, вот именно, ладно. Раз что ты говоришь... Что там были за твари? Что здесь происходит? Уходи скорее. Как? Что это? Где а я? Я тебе говорил, псина обманывает. Псина говорила, не, это безопасно. Конечно, безопасно. Иди, пока можешь. Сначала мне нужно избавиться от этой мерзости.
Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна. Чем тебе не нравится? Ты умеешь прогонять от себя ожившую нефть. Пока что в этом плохого? Не уйду отсюда. Слишком опасно. Так кто ты такая, Стена? Кто и что ты вообще знаешь? Мой ангел-хранитель? Воспоминания какие-нибудь или... Ага. А может, у тебя есть имя? Роза. Да? Ты ангел, наверное... Гавриил. Михаил. Роза. Или Ева. Ева. Михаил. О, Миша. Ладно. Майкл. Да какой Майкл? Миша. И что теперь? Пойдем. Здесь опасно. Уходи. Слушай, какой душнило, а? Может, ты мне оружие дашь? Оп, сохранение. Слушай, мне нравится. Она какая-то в магию ушла игра. То есть, раньше она была какая-то больше... Ну, ты понял, да? Больше постреляй, походи. А теперь какое-то волшебство, магия, ангелы. Хотя я думаю, что это не ангел все же. Я могу лекарством жахнуть, но я не буду жахать, у меня все хорошо. Эй, йоу. Бедняжки. Да, конечно, бедняжки, у них радость высосали. А она встанет, я чувствую ее. Я чувствую ее, она встанет, она не труп. Стопудово. Спасибо. Там мне кто-то прикольчики какие-то рассказывает. Да, это замок. Кто-то там вообще рофлит. Мимаса читает. Стоп! А я знаю, кто это, кажется. Я знаю, кто это. Бляха, испугала меня. Сколько меня во мне? Герцогуша! Вот он, самый лучший парень. Такая бойкая. Лучше бы так бойко убегала. Тогда наша охота получилась бы гораздо более. Ля, какой модный. Это ж Герцогуша, ты знаешь его по оригиналу? Остается лишь пожалеть, самая лучшая девочка. Что нам попался столь хиленький зайчок. А она что-то говорила про зайца, на которого можно маску одеть. Какая жалость. Так подожди, Герцогуша если был хорошим же. Если бы тебе все же удалось сбежать, то смогла бы взять этот очищающий кристалл. Ой, как удобно. Кристалл. Ты серьезно? Блин. Кто это? Сори. Можно начинать охоту на нового зайчика. Да Герцогуша, да прекращай, мы же друзья. Давайте денег дам, ты мне продашь оружие. Найти ее! Привести ко мне! Это, видимо, ее воспоминания, ну потому что Герцогуша приятный парень, но он не самый приятный внешность имеет. Да ёпта, опять побежали! Я что, Соник? Чего я все время бегаю? Да, Герцогуша там был, я тебе говорю. Да, я все это помню, это все из предыдущей части, локации. То есть я думаю, что это все воспоминания нашей главной героини, как она это видела. Как она это видела. Да ты заебё! Дай дойду. Спасибо. Ребята, добрый вечер. Слава богу, выход. Это не выход, я тебе точно говорю, это не... Угу. Что теперь? А что теперь? Окей. Ладно, я пойду тогда направо. А, окей, назад. Это то, как она запомнила в опасности. Нужно. Оружие. Ангел, дай пушку. Пушка, хорош. Нормальный ангел такой. Серьезно? То есть это ее воспоминания, как она это видела. Она и видела Герцогушу злым. Прикоснись к словам. Что? Вот так? Опа. Что за магия пошла? Ну это твое воображение. Представь тогда, что Герцогуша хороший. Прицелься и стреляй. Завались, да завались, да прекращай. Да ну давай, ну да, да куда? Так, слушай, навоображай себе патронов еще, пожалуйста. Какие-то... Ай-яй-яй-яй-яй! Не дает двигаться! Я понял. Я не знал, что жижа опасная. Так, патрончики, окей, это пошла уже более наша стандартная телега.
То есть у нас есть с тобой теперь пушка. Добрый интересно, вечер. Интересно, где мне теперь найти нового зайчика? Действительно интересно. Да будьте очищающий кристалл. Но я думаю, я его пока что не убью. А, серьезно? Видимо, это кристалл. А взять? Дай. Апостолам нужны маски. Бронза, серебро и золото. Надо найти эти маски, чтобы открыть ее. А, нужно найти всем по маске? А, ну подожди, одна же из масок у него. То есть нам, наверное, надо герцогушу вальнуть для того, чтобы маску забрать. Окей, интересно получается. То есть это мое воспоминание, это мое все представление того, как видела Роза происходящее в этом замке. То есть, возможно, мы увидим всех персонажей, которые будут сильно искажены. Даруй мне то, что видит истину тремя глазами. Угу, очки для трехглазого, понял. Так, это нам нужны кусачки. У меня пока что нету. Пистолет здесь вряд ли сработает, патроны. Это кайф. С зомбями я, наверное, местными драться особо не буду, потому что, ну, это тратить патроны на них. Зачем мне это? Да, здесь мы надо... А! Не с той стороны, опять наушники не так одел. Не надо, да не надо, да не надо! Да ну не... Да ну давай! Захавай его. Мне надо включить другой экран. Подожди. А то у меня экран неправильный. У меня экран не на полную... Не на полное окошко, кстати, компудахтер мой. Не на полное окошко, мне это очень не нравится. Вот, во весь экран, хорош. Вот так вот, нормально. Потому что очень бесит то, что у меня мышка постоянно появляется. О, вот теперь нормально. Вот здесь мы с тобой убили девочку, я не помню какую, но убил девушку, чувствую себя прекрасно. Пойдем вниз. Болторез! Заебумба. Заперто с другой стороны. То есть, я думаю, что сейчас мы с тобой будем видеть каждого, кого видела Роза, когда была маленькой. И она увидела всех, естественно, злыми, страшными, криповыми. Она-то не знает, что герцогуша самый лучший мальчик. Сюда иди. Чего? Ты мне автомат дашь? Нужно помочь. Держи, пригодится. Если хочешь помочь, защити меня от этих тварей. Я не могу. Что? Мне отбиваться самой? Ой, Роза, что ты такая занудная? Твой батя пошел твою мать защищать, и для этого он там всех начал убивать. У отца твоего проблем не было. Чего у тебя совсем проблемы? Ноешь, ходишь. Тебе помогает ангел буквально. Итан сам справлялся. Он был плесенью и справлялся сам. А ты ходишь с ангелом своим под каблучником и переживаешь о чем-то. Дай. Здесь растет противная масса. Противная трава. О, крафт. Кайф. Блин. Приятно, конечно, вернуться. Наверное, вот эту хрень надо будет сломать потом. Может быть, огнем, может быть, еще чем-нибудь. Маска. Вверху. Как? Вверху как? Не знаю. Да маски не... Лестниц ведь не существует. Разбей ядро. Да какое, бляха, ядро? Лестницу найди. Ты про эту противную массу? А, наверное, надо ее разбить? Стрельнуть в нее. Примени свою силу. Мою силу? Я вообще-то хотела избавиться от нее. Но потом, иначе никак. Действительно. Почему она хочет убрать свою силу? Ой. Сила же, это круто. Как? Что мне надо сделать? Настройся. В прошлый раз это прекрасно сработало. Нужен усилитель. Что это? Иди вперед в эту дверь. Авторам лень было, походу, придумывать нормальное объяснение и просто придумали говорящие стены. Зачем придумывать причины? Зачем придумывать логику, если можно придумать говорящую стену, которая тебе скажет, иди туда, иди сюда. Не встает. О, глаза. Это три глаза, туда нам надо. Там мы найдем, что нам нужно. Пушка, да? Порох, хорош. Да ты хорош стрелять-то, у тебя голова на месте есть, нет? Роза, а? Блин, везде дохлые розы. Сколько можно? Сколько их наплодили, что их так много? Чё этой черной жиже понадобился этот табурет? Так, тут больше ничего нет, хорош. Реагенты, это нам нужно. Я могу использовать сочетание предметов. Трава-реагент, порох-реагент. Наверняка можно делать что-нибудь еще.
Но это, короче, мы можем... трава, реагент — это лекарство, лечение. Порох, реагент — это патроны. То есть, в зависимости от того, что нам нужно, мы можем что-то закрафтить. Отлично. Ты встанешь? Нет? Эй. А бить я просто так не... А, я думал, это три чувака сейчас появятся. Да ну не переживай, ты у меня в руках, все нормально. Ладно, возможно, все херово. Ой, надо наушники, кстати, переодеть. Вот табуреточку. Оставь! Оставь ее! Дементор ебаный! Бляха, друга позвал. Прекращай, прекращай, прекращай. Ай, мимо. 5 патронов. Тут куда? 5 патронов на одного. Блин, мне очень жалко в них стрелять. У меня включается эта жаба моя. Жаба душит. Не хочу. Есть патроны? Дай патроны. Блин, ее даже не доели. Чего? Да ну а куда? Патроны! Так, все, давайте. Короче, не буду я с вами драться. Драться с вами — это для идиотов. Я лучше буду вот эту жижу трогать. А, я пока не могу ее трогать. Научусь потом. Нет, это что-то вообще жесть. Их тут по миллиарду. Ага, туда мне надо. Там найду какую-то... Там, наверное, дробовик будет. Я тебе говорю, там будет дробовик. Нет уж, я здесь не пойду. Поищу способ как-нибудь перебраться. Нет уж, я тут не пойду. Вот лестницу взяла просто и туда отнесла. Нахер ее бросать? Ну ладно, бросили и пойдем. Хорошо, что я худенькая. Я такая красотчик, такая худенькая. А если был как герцогуша, я бы все проломала. Наверное, поэтому герцогуша злой, потому что он, ну, ходить не может. Но трудно быть добрым, когда даже свою задницу понять не имеешь возможности. Правда, правда? Да, мы тоже с тобой тут были. Это, по-моему, подвал, да? Вообще, по-моему, это был чердак. Но я просто не знаю, как мы на чердак поднялись. Мы вроде шли только вниз. Слушай, а почему я, кстати, играю от первого лица? Я же должен играть от... Ой, от третьего лица. Я должен играть от первого лица. Вот он чердак, да. А да я переключу. Я не понял, почему? У меня же просто... Я включал, у меня игра спрашивала, вы как хотите игру? От первого лица или нет? А, нет, я не могу выбрать от первого лица. То есть на девочку я могу смотреть только сзади. Ну, от ее глаз нельзя. Здорово, ребят. Блин, давно не виделись. У меня столько воспоминаний. Столько воспоминаний, так приятно. Я не знаю, ты эту игру, если смотрел на канале, то, наверное, у тебя тоже есть такое. Прям кайфулинг такой. Мне не кайфулинг пока что, что я вот... Ну, я понимаю, что происходит, но я не уверен, что мне нравится, что происходит. Блин, везде они вазы эти засосали. В вазах, наверное, много полезной всякой херобора. Будет потом. Это. Вот, говорит. Хорошо. Колба с ру-вариантом. Ру-вариант. Так. А что делать с этим? Делать с этой... А, это усилитель, наверное. Воткни в себя. Сила. Фокусируйся. Сила? Ладно. Прохладно. То есть меня сюда послали для того, чтобы я... Ля, ей нравится, ей во нравится. Мне что-то меняется. Вот так вот. Направь на ядро. Используй в бою. Посмотрим. Может, сработает. Угу. То есть меня взяли сюда для того, чтобы я способности убрал. И первое, что я сделал, это усилил мои способности. Мне кажется, где-то там на моем пути меня наебали. Я нашел способ резко понизить стабильность мутаций, внедрив разрывающую силу. Именно она была использована для связи. Плотное скопление плесени начинает распадаться. Возникает на новом месте мутамицели, служат ядром или якорем, могут вызвать сбой, судя по всему, дестабилизация посылает сигнал, что жить нельзя, и он уходит. Это, короче говоря, я при помощи своей способности могу дестабилизировать мутамицелей. То есть я могу грибы разлагать. А меня научат способности пользоваться, то я не знаю. Пробел. Блин, реально, это какая-то магия, это какой-то Хогвартс. Где мое письмо, где моя сова? Ее зомби тоже съели, я где-то ее съел, что?
Ну-ка давай я тебя развожу тогда. Я ж теперь могу разлагать все, что... Не знаю, родной, не знаю. Я, конечно, понимаю, что это интересный движ, интересное что-то отличие, но... Так, давай мы оружие сделаем, кстати. Как крафтить? Я забыл, как крафтить? Так. У меня же есть лекарство. Сюжетное создание. Лекарство. Я могу вот патроны для пистолета сделать. Патроны сделано. Ага, вот у меня есть столько. Да, вон оно внизу написано, у меня есть сколько. И сколько я еще могу сделать. Ну давай лекарство одно сделаем. Вот, но способности у меня восстанавливаются сами по себе. А руками я бить не умею, да? Типа вы имеете в виду, что девочки руками бить не умеют? Вы что? Ладно. А ты тоже издаешь каждый раз звуки, когда двигаешься? Мне кажется, мне лет 90. Потому что я ехал недавно в поезде с дедом. Ну, ему, собственно, было 69 лет. Найс. Я, кстати, только это осознал. Он тоже издавал звуки при каждом движении. Сыка, когда забрала моя лестница? Придется ее уничтожить. А, вон она. Я, короче, Саб-Зиро. Я умею замораживать эту вещь. Да, из-за этого, видишь, мутамицели отходят. Мужик какой-то обиделся. Кого-то расстроил я. Так, подожди, давай наушники переодену. Да постой! Да я тебя развожу. Не выходит. Не выходит. То есть с ними надо пистолет. Руками, 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 не надо! Так, лекарство, окей. Так, я понял, как это работает. То есть я не могу пока что его разлагать. Блин, жесть, ну у тебя сколько ж патронов? А вернешь мою жизнь, нет? То есть даже если я его убиваю, у меня не возвращаются патроны. Блин, 5 патронов, да вы прикалываетесь. Это же, ну прям... Это жалко. Мне жалко это давать. О, смотри, я это не могу. А, вот сюда. У меня такое чувство, что вот знаешь, со всеми этими способностями, по идее, все будет достаточно быстро. Большой магазин. Использовать деталь сюда. Еее. А нахера мне ваш большой магазин? У меня патронов нет, я бомж. У меня нету ни магазина, ничего. У меня нет денег для вашего магазина, понимаете? Ну ладно. Опа. Но, в принципе, наверное, теперь все будет нормально у меня с патронами, потому что я могу ломать вот эти бочки. Да, и в них будут патроны для пистолета и прочие другие кайфулинги. Хорошо. Хорошо. А, мы теперь маску можем забрать. Пойдем маску забирать. Да ну завались! Не буду я с тобой драться. Не буду. Хотя нет, наверное, надо. Наверное, надо. Вариантов нету, потому что если я не буду его убивать, тогда он мне там дорогу преградит. Ты видел, он дистанционно пытался у меня отсосать, ты чё? Ничего себе техника дистанционного боя. У меня он начал прямо издалека это делать. Блёха, вот это модный какой-то. А с них ничего не выпадает, да? То есть из зомби хотя бы выпадало иногда оружие. Здесь не выпадает ничего, вот это я трогать не могу. Моя Алахамора не открывает тут этот мутамицелий. Открывает только скопление. Реагенты — это лечение. А чё ты хромаешь? У меня жизни мало. Как мне понять? Ладно. Просто у меня такое чувство, будто я хромаю. Это значит, наверное, мне больно. То есть мы с тобой постоянно играем в игру, типа, найди вот эту вот херню. Чтобы в нее что-то впендюрить. Ну ладно. Да на то, зайди, да давай! Ну целых 5 патронов на тебя. Ой, да ты еще и друга привел. Давай за мной, ребят. Давай за мной. Давай. Побегаем. Побегаем немножечко. Опа, добрый вечер. Не, ну я, конечно, могу тебя так убить. Ёп, студент! Значит, война. Мирного решения не будет. Ты сам напросился. И брата твоего. А ну иди сюда. Что, засал?
Сейчас я в себя всосу лекарство. На, полила себе руку, чувствую себя прекрасно. Добрый вечер! Да нет, тебя чуть-чуть! Слушай, Клара, Роза, как тебя там научись бить их кулаками? Это гораздо эффективнее, чем тратить патроны и умирать постоянно. И последний. На. Куда? Еще раз! Так, ладно. То есть они достаточно шустрые. А что ты как девочка вот это вот кричишь? Вот, куда? Куда? Ну вы по-мужицки, как я. Так, не в обиду, девочка. Так. Я могу пойти туда. Ну да, я знаю, как крафтить. Заперто с другой стороны. Ладно, нам надо крафтить уже. Лекарства. Блин, ну мне патроны нужны. Не знаю, с таким вообще всем этим движем лучше их издалека просто стрелять. Ну-ка. Я видел, ты двинулась! Почему я не умею бить их кулаками? Это было так приятно. Мне так это вообще... По-моему, дядя лампу спер. Дед на старости лет с ума сошел и лампу своровал. Так, это сюда глаза, но сюда мне не нужно. Кого бы сюда не использовать. Сейчас будет босс файт, да? Он скрылся в гадости. Опа, хорошо. Блин, не знаю, мне интересно. Оп. Туда. Так, порох это кайф, но мне реагент нужен, чтобы порох использовать. А, добрый вечер. Маска. Одноглазая дверь в глубине подвала. Но это, наверное, маска для этого нужна. Откройте одноглазую дверь. Так, еще. А. Одноглазая дверь в глубине подвала. Наверное, мне для нее нужна маска. Бронзовая маска. Ага, Наконец-то. Наконец-то. По голосу она еще более злая, чем они все. А, вот он. Ну, а... Ну, что-то как-то не очень глубина подвала. Ну, типа... Нет. А, ладно. Я просто думал, что это тоже, ну, одноглазая дверь, чек. Ай, куда? Так, ладно, пойдем тогда искать глубину подвала. Столовая, главный зал. Глаз, глаз, смотри, тут у нас ведется поиск, неисследованная приемная, главный зал. Но пока я глубину подвала не знаю где, оттуда мы с тобой пришли, да? Немножечко не ориентируюсь пока что по локации, подожди, мне нужно, ну, привыкнуть, трохи. Как привыкну, то будет вообще хорошо. Смотри, две девочки держат дверь. Но тут у нас не глубина подвала, тут у нас эти жирные черты. Так, значит, нам нужно сейчас с тобой найти глубину подвала. Где-то мы с тобой. Где-то мы с тобой были. Наверное, назад идти. Мне кажется, мы оттуда пришли. Там была глубина подвала. Да-да-да-да-да, там дверь была закрыта. Помнишь? Да-да-да-да-да, точняк. Сюда идем. Да-да-да-да-да-да. Отдохни! Отдыхай. Что-то не так? Да все. Я не думала, что все обернется вот этим. Кто бы мог подумать, что когда ты вступаешь в связь с грибами, что-то не так идет в жизни. Почему бы тебе Нет. не уйти? Моя цель осталась прежней. Мне нужен этот кристалл. Ну тогда не ной. Держи. Спасибо. Спасибо. А у тебя есть какие-то ограничения? Ты мне чаще это давать не можешь? Так, сюда нам нужно три маски, наверное. А, там дробовик, смотри. Там реально дробовик стоял. Так, ладно, пойдем дальше. Я думаю, здесь вот у нас как раз подвал, да? По кухне. Да, по кухне мы идем вниз, и будет подвал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я в этом уверен. На 100%, я просто не знаю, дверь открыта здесь или нет. Ну да. Угу. Понятно. Ладно. Тогда, ну, начинается это мой любимый шароёбинг гейминг. Просто ходишь, ищешь. Ходишь и долбишься везде. Хотя, возможно, сейчас герцогуша мне поможет.
О, я вижу, куда мне можно. Я могу тебе отдать маску, но я отдам маску, когда... А хотя, подожди, давай попробуем. Сюда, не сюда. Не-не-не-не-не, не сюда. Здесь углубление, да я понял. Так, у кого из вас оно одно? Вот оно. Так, давай я тебе маску дам чисто подержать. Загорелось. А забрать теперь не могу. Наверное, это намек на то, что мне нужно дальше идти, чтобы найти другую маску. А наверху мы были? Стой, 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 стой. Тут много чего можно, кстати говоря, сломать. А ломать это я люблю. Ломать не строить, как говорится. За это можно и не платить. Нарисованная карта. Ключ в... Одноглазый ключ в в одевающейся какой-то комнате. Dressing room. Ой, я помню эту комнату. Мы здесь постоянно тобой находили Димитреску. Димитреска, она же здоровенная баба. О! Удобно. Сокращенный путь. Хорошо. Так, я могу, конечно, вас взломать, но я не думаю, что это имеет смысл. Патронов и так тут кот наплакал. А... Кот плачет не очень часто, поэтому я лучше не буду. Патрон пистолета хорош. Окей. Возможно, мне, кстати... Ну ладно, давай попробуем. Чисто интереса ради. Что-то будет? Ну конечно, я же тебе говорю, ничего тут нету. Не-не-не, патроны тратить не нужно. Нафиг, нафиг, нафиг. Что ты все... На! И на! А ты чего такой крепкий? Не могу, да? Я бы хотел это уронить. Так, трава не нужна. А зачем я его убил? А, понял. Короче, если там есть этот чекрыжик, значит... Ты умеешь удивлять. Баля! Никакие способности не могут. Баля! Не надо! Герцогуша, да ты чего? Сюда иду. В комод. Давай! А, стоп, дверь закрылась, да? Так, то есть я из-за безопасности? Эти твари загнали меня сюда, но где он? Одноглазый ключ должен быть здесь, но в этой комнате его нет. Он точно где-то недалеко. Здесь, я помню, тоже мы с тобой какой-то квест решали. Не ходи, слишком слабая. Обидно. Собака. За камином. Да, бля, я был здесь. А, я понял. Пока мне не помогает ангел-хранитель, я ничего не могу. Блин, не знаю. Такое чисто, будто бы меня просто здесь ведут. Какая-то нахлебалово. Я думаю, что этот голос, это на самом деле враг. Я думаю, что этот голос, это Ева. Она пытается привести меня для того, чтобы я стал сильнее. И чтобы полностью меня захватить. Плюс одна сила. Вот теперь я, наверное, монстров могу ломать ими. Так, патрончики. Так, я не понял, это что такое? Вы меня к боссу готовите, что ли? Теперь сильнее. Да, по-любому, меня к боссу готовят. Сосредоточься на враге. Оп! На! Это я сделал! Да я патронов только больше потратил! Жесть! Бесполезная херобора, а я могу их взорвать? Наверное, могу, кстати. Я просто надо было еще подержать. Да, вон у меня способности, ограниченное количество. Они восстанавливаются как-то? Так и что? У меня есть вон там три этих шарика. То есть я могу три раза какого-то черта сломать. А зачем? О, то есть не зачем, а как мне это восстановить? И это тоже. Возьми это тоже. Стебель белого шалфея. А!
Выберите белый шалфей. Частично восполняет энергию мутамицелия. Ага. Да. То есть я должен траву жрать. Будь осторожнее. А сохранения тут нету? Сохранение. Сволочи. Так. Ну я с тобой вот так вот разберусь. Как говорится, старым, добрым, дедовским способом. Нет! А, и все, да? То есть я могу его просто остановить? А-а-а, быстрее! Она так долго перезаряжается, ты не батя. О! То есть я могу вообще на шару это делать? Сука, притворился мертвым! Обсосок! Да сколько ж ваш-то здесь? Да куда ты стреляешь? Мать твою! Еще раз, и еще раз. И еще раз. Жесть! Вот так классно, да. И что мне делать? Патронов у нас с тобой, конечно, нету, да? Дядя, не еби. Дядя, не надо. Дядя! Я не могу их добить. Если у меня нет возможности их ударить, то я все. Я с ними ничего даже сделать не имею возможности. Охренеть, конечно. И без сохранений. Беги, Розочка. Беги, Роза! Назад, дверь не та, опасно. А, ну все. Пока, да? Пропусти! Спасибо. Да быстрее! Ну! Не жрите, пожалуйста! Деды! Спокойно. Сохранение. О! Хорош. Жив, цел. Нарисованная карта. Изучить. Изображение бабочки. Картина хорошо закреплена, ее не снять. Картина с пауком. В художественном фильме спиздили. Бабочка-паук. Жаба. Картина изображения волков. Лягушка. Так. Смотри, здесь. Так. Ничего не понятно. Хищники стоят рядом, и каждый смотрит на свой же. Так, кого жрешь ты? Он жрет. Картина волков. Он жрет, что он жрет? Он жрет какую-то. Я не знаю, лопату. Так, ладно, давай я тебе, короче, овцу дам. Овца жрет сюда. Так, кто у нас жрет бабочек? Бабочек жрут у нас пауки. А тут у нас что? Так, подожди, мне одного не хватает, мне кажется. Так, ну конечно. Дай. Взял. Не надо. Перезарядка. Быстрее, подруга. У нас патронов нет. Да, конечно, я еще и промазал патрон. Да, туда его. О, это самая напряженная вещь была вообще в жизни. Ключ. Как я уже упоминал ранее, сбой в работе в сети мутмуцелия приводит к дестабилизации плесени. Это происходит с существами из плесени, но в отличие от склероза, они распадаются, вместо этого они замедляются. Если есть рядом другие цели... Ага! То есть если я одного из них замедляю способностью, то замедляются все. Так, а куда нам этот ключ нужен? Одноглазый ключ. Куда? Зачем? Так, увернулся. Нормально, а ты проиграла, потому что дура. Дай что-то, дай мне, пожалуйста, что это. Дай. Будь в безопасности.
Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих-гигант и его жуткие прихвостни. Убегай. Да уж, всех не одолеть. Все? Ты мне даже ничего не дашь? Не, ну, Миша, ты скатился. Миш, ты теперь, Миша, ну, ты как бы подсос, Миша. Я раньше тебя уважал, Миша, а теперь я тебя не уважаю. И я всем твоим друзьям, ангелам, архангелам, расскажу, что ты чмо. Да. Козел. Мог бы и помочь. Так, а где я? Да, вот, у нас с тобой есть комната герцогуши, в которую мы с тобой пока не ходили. Девочка с грибницей мне дали ачивку. Не знаю, наверное. Дайте патроны, пожалуйста. Одноглазый ключ. Теперь открыто. Что это? Дульный тормоз. Блин, да я и так тормоз. Зачем мне еще один? А что он дал? Ладно, что-то он дал, наверное. Может быть, меньше этого будет отдача. Я абсолютно ничего не помню. Я не помню, кто я и как появился на свет. Я ничего не знаю. Моя память изувечена так же, как лицо, которое я прячу под этой маской. А, это правда, это герцогуша. Все, что я чувствую, это голод, желание наблюдать, как мучаются другие, видеть отчаяние в их глазах, слышать их крики. Кто станет моей следующей добычей? Прислужник исполнит мою волю. Он многоголик, но в его черепах нет мозгов. Он мой лучший гончий, он поймает всех этих зайчиков. То есть герцогуша все же хороший парень. Но из-за мута мицелия он потихоньку сошел с ума. И он не в себе теперь. Так, ну понятно. Мне нужны патроны. Мне нужны очень патроны. У меня, по крайней мере, есть теперь возможность двух вырубить. Надо использовать очень аккуратно. Потому что нифига не понятно. Так, а тут картину тебя нет, кстати? Я бы не отказался. Вон картина, но она не нужна. Вот, вот, дверь с одним глазом. Я думаю, что ключи от этого должны подойти, да? Да-да-да-да-да, но одноглазый же ключ. Кайф. Теперь открыто. Добрый вечер. Отличное начало. Это... Ты, вороватый зайчонок, далеко забрался. Но следующую маску тебе не сапать так легко своими загребущими лапками. Герцогуша, я знаю, ты хороший парень. Он был хорошим парнем, по крайней мере. Что это за звук? Прекрасный звук. Несущий счастье, радость. Пиздюля. Аккуратно. И отовсюду смотри, они. Каждая картина по розе. Добро пожаловать в галерею отчаяния. Это славная экспозиция тех, кому удалось добыть хотя бы одну маску. Полюбуйтесь на тех избранниц, чьи последние мгновения безысходности навечно запечатлены в этой галерее. Эта коллекция позволит вам посмотреть на жизнь с другой стороны. Больной урод. Да нормальный он парень. Был когда-то, теперь не очень. Блин, клево, то есть много таких, как мы были. Много таких же, которые пытались что-то сделать. Много таких же, которые пытались сбежать. А я могу скомбинировать это? В него вросло кристаллическое вещество. То есть я уверен, я могу совместить. Я уверен, я могу совместить его с реагентом, и тогда у меня получится. Нет. Нет. Ладно. Не-не-не-не-не-не. Не буду. Хоп! Она такая вообще дурная, такая дебильная, такая Она просто не отошла назад. Она почему-то иногда нормально уворачивается, иногда плохо уворачивается. Нет ничего хуже, чем непостоянство. Дай нож, дай меч. Отдай. 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 Она не отдает. Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. Средь бедных бед был острый меч, но прежде всех петля. Ну во, блин. Так вот, прежде всех... Куда стой? Первое. Не дождавших стрел был острый меч, а потом уже и ты. Нет, неправильно. Не дождавшись стрел. Так подожди, значит, прежде всех петля... А, вот это под воду я.
Вот это. Потом ушла под воду я. И потом стрела. Big fucking brain. Как же он умен? Как он это делает? Как у него это получается? Я не знаю, родной, я не знаю. Он просто умный. Так, подожди, а давай я комнату еще рядом. Что это такое? Унитаз? Нормально. Сразу под себя. Так, давай мы еще посмотрим, что здесь есть. Ну что, ну мне нужно. Реагент, патрончики, хорошо. Заперто с другой стороны. Но это быстрый путь, значит, потом будет. Мне нужны патрончики очень сильно. Прям не знаю, что я буду делать без них. Так, ну все, значит. Не, ну реагенты тоже хорошо. Сейчас с ним мы забацаем новых патронов. И плюс 5 патронов — это минус 1 зомбек. Кайф. В принципе, у меня с лечением сложностей нет. Поэтому об этом можно не сильно переживать. Я, если что, потерплю, и у меня раны сами зарастут. Я ж плесень тоже. Ну что, поехали. АСМРные звуки, это, выдыхающие женщины. Не знаю, почему во всех играх всегда должны делать звуки того, что по лестнице. Будто бы, знаешь, если что-то не издает звуки, то мы не поймем, что оно на самом деле что-то делает. Ой-ой-ой, мне это не нравится. Ладно, давай мы пока на этом с тобой закончим. Я надеюсь, тебе понравилось. Я думаю, что в следующей серии, наверное, мы закончим. Если я правильно понимаю, на 2-3 часа игра идет. Пока что на этом все. Я надеюсь, тебе зашло. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А пока, пока. До скорого. Удачи.